Привет всем, дорогие друзья! Сегодня у нас выпуск новостей по игре Euro Truck Simulator 2, так что присаживайтесь поудобнее, будет интересно. В прошлом видео мы объявили о том, что идет стрим в Steam SCS Software, там где они показывают FH Tuning Pack, это новый тюнинг для Volvo в ETS 2. Ну и, собственно, через пару часов состоялся официальный релиз. Давайте мы зачитаем запись из блога SCS. Нам нравится наблюдать за тем, как наше сообщество настраивает свои грузовики, и сколько времени водителям требуется, чтобы убедиться, что их снаряжение идеально подходит для дороги. Вот почему сегодня мы рады объявить о выпуске нового тюнинг-пака. Представляем FH Tuning Pack для Volvo Trucks в ETS 2. Volvo FH является легендой для шоссейных дорог и был любимым грузовиком в сообществе Euro Truck Simulator 2 с самого начала. Предлагая широкий спектр вариантов двигателей и различных работ, этот DLC с широким спектром вариантов настройки позволит вам персонализировать свой грузовик Volvo FH так, как вы это захотите. С более чем 80 вариантами настройки интерьера, включая обвесы шасси, задние бампера, выхлопные трубы, козырьки, лампы, защиты от камней, передние крылья, боковые юбки, передние маски, решетки и так далее. Два новых скина и различные аксессуары для интерьера, такие как шторы, кружки, светодиодные логотипы, столы и таблички. Возможности безграничны. Однако тюнинг-пак не единственный способ получить новые аксессуары для Volvo FH. Мы также выпустили обновление, которое будет включать в себя различные элементы и детали для тюнинга в качестве бесплатного обновления для владельцев ETS 2. Некоторые из новых включенных частей — это передний бампер, прорези для небольших фонарей, значки двигателя, дверные ручки, решетки радиатора, съемные дефлекторы и многое другое. Вы можете увидеть некоторые из них на картинке ниже. Покажите нам, как выглядит ваш Volvo с этими новостями. Поделитесь с ними своими фотографиями на нашем, в нашем Фейсбуке, Твиттере или Инстаграме. Хэштег FHTuningPack. Цена данного DLC 159 российских рублей. Ну и следующая новость, еще более, так сказать, важная для многих. Начался ивент «Операция Мост Генуя». Запись из блога SCS Software. Есть поговорка, что строить мост значит объединять людей, образно говоря. В течение последних 12 месяцев Генуя, Италия, была сосредоточена на создании современного моста, который соединит город с Францией, портом и прилегающими районами. Мы просим сообщество собраться вместе и помочь закончить мост, доставив материалы, топливо и транспортные средства на строительную площадку в ETS 2. Мы считаем, что было бы здорово помочь по-своему героически. Народ Генуи пытается наладить критически важную городскую артерию, и мы хотели бы приветствовать их усилия и преданность к их делу. Поэтому мы хотели бы дать нашему невероятному игровому сообществу шанс построить этот прекрасный новый итальянский мост. Мы просим сообщество сплотиться вместе и помочь, доставляя материалы, топливо и транспортные средства на стройплощадку через два ее склада, по одному на обоих концах моста. Нам также необходимо увести выкопанный грунт, отходы и уже ненужные транспортные средства со складов и доставить их обратно в соответствующие пункты сбора. Сообщество должно стремиться к выполнению 500 тысяч доставок на склады West и East в Италии, ну и правила ивента. Используя внешние контракты с вашим профилем, подключенным к World of Trucks в ETS 2, сообщество должно осуществлять поставки строительных материалов два новых временных склада. Каждый склад требует 500 тысяч доставок. Вы можете найти их на любом конце новой строительной площадки моста в Генуе, Италия.
Когда игрок завершит как минимум 12 поставок, 6 в или из восточного склада и 6 в или из западного склада, он выполнит свою личную цель. Склады принадлежат компании Construction Edifity и называется, сейчас вы видите название экранах, все доставки будут засчитаны, когда суммарное количество, а именно 1 000 000 доставок, будут поровну разделены. То есть 500 тысяч восточный склад и 500 тысяч западный склад. Вот список городов, из которых можно взять груз. И примечание, сам город Генуя будет принимать ненужные грузы, но не будет предлагать грузы для складов. Так, ну и награды. При достижении личной цели, после доставки, по крайней мере, 6 доставок, в или из каждого склада игрок получит личное достижение World of Trucks и потрясающую новую покраску Terra Constructor, предмет инвентаря Steam. Сейчас вы видите на экранах. При достижении цели сообщества 500 тысяч доставок из каждого склада, и если игрок также достиг своей личной цели, он получит аксессуары в кабину, плюшевый каток. Важно, выполнить ивент возможно только на последней версии игры 1.37. То есть пока что в мультиплеере выполнять нельзя. Но я не знаю, можно будет или нет, это мы уже узнаем попозже. На сегодня такие вот замечательные новости все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.